Это здание стоит в Чебоксарах уже более 100 лет. Речь о строении по улице Композиторов Воробьевых, 10. Чтобы памятник архитектуры простоял еще, нужен ремонт, причем срочный. Кто, как и на какие средства будет спасать историческое наследие, сегодня обсуждали в Минкультуры Чувашии. Еще в начале прошлого века особняк построил старший сын купца Прокопия Ефремова Николай. В 20-х годах там располагался революционный комитет, позднее детский дом. Многие чебоксарцы помнят в нем дворец бракосочетаний. Но сейчас там базируется Чувашский национальный конгресс. Здание относится к объектам культурного наследия федерального значения. А на сохранение таковых из федеральной казны выделяются средства. В этом году на подобные объекты, а их в республике более 700, Чувашия получила 88 миллионов рублей. Министерство культуры на первоочередные противоаварийные работы в особняке Национального конгресса выделило более 2 миллионов. Весной здание стояло в строительных лесах, фасад отремонтировали. А вот с интерьером не все так просто. Эти работы общественная организация «Чувашский национальный конгресс» должна провести за свой счет.